На вторую реанимацию, скорее! Лечащим его сообщите кто-нибудь. А что? Валевича вызывай. Что мне-то? Что да мне делать? Да не мешать! А что объяснять родным? Приступ случился. Осторожно, с дороги. Слышь, пятнист, это ты ночью зубы чистил? И кровати привязался, чтобы не упасть. Ну, ты еще поспи, а мы на завтрак. Доброе утро, принцесса. Уехал по срочному делу. Проснешься, сразу звони. Тебе не кажется, что это похоже на покушение? Исключено. Мои люди всю ночь были здесь. Медики ему не ту дозу лекарств в капельницу ввели. Ошиблись. Олег, ты это не объяснение. Ты начальник охраны. Вот обеспечь ее надежность. Пап, как дядя Юра? Спасают, спасают. А вот если не спасут, то нам конец. Хотя, если он умрет, то Татьяна прямая наследница, да? Это первый вариант. А если выживет, то переоформит долю на Татьяну. А, кстати, как она? Собирается искать племяшку. Это еще зачем? Он что, хочет переоформить акции на него, а не на Таню? Да. Шалимову любой бред может стать реальностью. А мы думали, ты опять спрятался. О, а кто это тебя? Ой, так, понятно. Приняли в коллектив? Кто конкретно это сделал? Надо наказать всю палату. Нет, я сам разберусь. Ну, разбиральщик, опять в драку полезешь, а нам потом отчитываться перед Артуром Сергеевичем. Угу. Ой, а что это такое? Вроде не было. Было. Вы не заметили. Аккуратнее надо. Опять вы! Угадали я. Вы что, следите за мной? Ну, можно сказать и так. Отлично. А вас как раз ищет полиция. Сейчас я возьму и позвоню им. Сейчас. Звоните с моего, Татьяна. Откуда вы знаете, как меня зовут? Я знаю не только, как вас зовут. Я работаю в охране вашего отца. Юрий Юрьевич. Ну так что, будете звонить? Меня зовут Бахметьев Степан. А почему вы сразу не сказали? В аэропорту было как-то не до этого. Ваша? Моя. Пожалуйста. И паспорта вот еще. Откуда они у вас? Ну, пришлось догнать мотоциклиста. Татьяна, аккуратней. Хозяева, есть кто дома?
Хорошо, я поеду с вами, только сейчас поднимусь домой. Зачем? Поменять пижаму? Вам и так хорошо. Это не пижама, это костюм. Я просто пошила его в 13 лет. Это мой первый дизайнерский опыт. И перестаньте, пожалуйста, цокать, это ужасно бесит. Угу. Я все-таки поднимусь домой. Давайте ключи, я сам поднимусь. Зачем вам ключи? А вы точно на моего отца работаете? Он обычно вменяемых людей набирает. Скажите, пожалуйста, за последние полчаса никто из чужих не появлялся? Вы и есть чужой. Я-то понятно. А кроме меня? Парни-электрики заходили счетчики проверять. Ясно. Давайте ключи. Ждите меня. Скажите, а вы его раньше здесь не видели? Нет, так говорю, уже чужой. Стоять. Спокойно, я электрик. Здесь на этаже замыкание, я чинил. Дверь у вас была открыта, я зашел, посмотрел. Теперь на пол. Мордой в пол сказал. Второй где? Я один. Что происходит? Зачем вам пистолет? Кто это? Стой! Стоять! В порядке? Стоять, сказал. Лег. Чопик, а ну вернись! Ты что там забыл? Играй, где играл. А что, он это место купил? Не нашего ума это дело. Вернись и играй там. Носится со мной, аж противно. Берегут. С чего это? А тебя скоро усыновлять будут, я слышала. Кто? А вот этот богатый дяденька. Он столько подарков привез. Там такие классные игрушки и шмотки. Ну, чего, бузатер? А правда, что меня скоро будет забирать? Откуда мне знать? Я фигура маленькая. Спроси у директрисы, правда, сейчас она уехала. Радоваться должен. Тут все об этом мечтают. Угу. Давай, пошел. Да. Руки! Спасибо, что так быстро приехали. Да тебе спасибо. Ты пока с этим фруктом разбирайся. Я к ней обратно поднимусь. Потом все подпишу тебе. Это Степка, слушай, у тебя кровь. Да, фигня. До свадьбы заживет. Только до чьей? Ну. Таня, ты не волнуйся. Этим делом лично займется мой друг Марат. Капитан Бегеев. Он дотошный, он до всего докопается. Но уже сейчас понятно, что это было не случайное ограбление. Тут действовали по наводке, понимаешь? Вы непонятно объясняете. Они знали твой адрес. Дождались, пока ты выйдешь из дома. Но не рассчитывали, что ты так быстро вернешься. Ну, скажи мне, зачем они охотятся? Ты с собой что-то привезла, какие-то документы, ценные вещи. Да нет же, ничего такого. Почему-то меня все об этом спрашивают. Ну ладно. Давай помогу прибраться, что ли? Да, спасибо. Мне очень противно к вещам прикасаться. Понимаю. Ой, у вас кровь. Да, пустяки. Сейчас я обработаю. Не могу сказать точно,
Было ли все это умышленно, или так сошлись звезды и медицинские факторы? Но второй такой приступ он может не пережить. К нему можно? До завтрашнего вечера категорически нет. Да вы чего, жив же? Да, не везет моей голове. Постоянно достается ей. Это заметно. Знаете, Таня, а я вас обманул немного. Я догнал того мотоциклиста. Только не успел задержать. По вам видно, что вы часто врете. Вы знаете, есть острое желание уехать в аэропорт и улететь обратно в Лондон. А, нет проблем, я могу отвезти вас. Что? Вы совсем не разбираетесь в женщинах. Да я тебе потом все расскажу, у меня тут недоразумения некоторые. Да, да, хорошо. Таня, ты должна знать, у Юрия Юрьевича есть давний влиятельный недруг. А зачем вы мне, наивной дурочке, это все рассказываете? И все, что его связывает, это пакет документов. Компромат на него, который есть у твоего отца. Боже, прекратите, пожалуйста, я и так себя чувствую в каком-то дурацком детективном сериале. Да нет, я просто объясняю. Ограбления могут быть связаны именно с этим. Просто кто-то считает, что именно ты приехал с этой папкой. Бред. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Но это вряд ли. Поэтому мой тебе совет. Никому не доверяй. Особенно близким. А я не доверяю. Особенно вам. Потому что с вами у меня случаются сплошные недоразумения. Постоянно вы меня защищаете, вы так говорите. Но почему-то случается одно недоразумение, сплошное. Ну, я исправлюсь. Обещаю. Знаете что? Быстрее, Митька. Тихий час скоро кончится. Вон там посмотри. Папки тех, кого усыновляют, там. Твоя вот. Ты что? Не хочешь, чтобы тебя брали? Так давай поменяемся. А так можно? Ну или вместе к этому дядьке попросимся. Ты потом сбежишь, а я останусь. Что ты сочиняешь? Я не сочиняю. Я семью хочу. А я не буду жить у чужого. У меня мама есть. Не ври. Есть у меня мама. Красивая. А почему она тебя бросила? Она не бросила, она умерла. Так говорят, но я не верю. Глупый ты. Если твоя мама умерла, значит, у тебя нет мамы. Есть у меня мама. Вот вы где! А я думала... Привет, Танюша. Здравствуй. А вот этот что тут делает? Оказывается, он работает у папы в охране. Это с каких пор? Не знаю, наверное, недавно. Здравствуйте. А тебе чего от Тани надо? Причин много, долго объяснять. А у меня есть время, я не тороплюсь. А у меня нет. Клоун. Да, и страшно назойливый тип. Он меня просто бесит. Но зато паспорт вернул. И... Молодец. А сегодня еще от грабителей в квартире спас. От кого спас?
Меченый, слышь, давай меняться. Мы тебе фотку, а ты нам деньги от своего богатого дяденьки. Отдай! Ай! Бей его, пусти! Давай, бей! Ай! 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 Здрасте. Здрасте. Стёп, а? Ну ты как всегда прав. Задержанный придерживается версии. Мы, группа «Электрика», просто очень любим гулять. Да, зашли, осмотрелись, никого не трогали. Да. Ну, спасибо. Тут я залетел такой ужасный, и бедные электрики старики объелались. Привет. Слушай, и дерзкий такой, за ним реально кто-то стоит. Серьезно говорю. Заявил мне, я все равно отсюда выйду, а ты ментяра как был на цепи, так на цепи и останешься. Слышал? Я бы ему ответил. Я что только ответил. Вот, держи, Марик. Помощь следствию. Видео из аэропорта, где мотоциклист мимо Тани катается. Он же и был одним из электриков в квартире Тани. А вот и пальчики. Пробьешь? Пробью. Слушай, Степка, а как ты это все успел? А еще вчера. Так еще вчера не сдал. Хотел понять, кто заказчик. Ну и что, понял? Пойму. Вот мотоциклиста задержишь, а я с ним побеседую. А потом посмотрим, кто эту компанию будет вытаскивать. У меня несколько кандидатур. Степка, слушай. Вернулся бы ты, а? Ну, серьезно говорю, ну, что ты будешь в охранниках всю жизнь маяться? Вот Шалиму стал не нужен. И вернусь. Наконец-то. Привет. То, что мне рассказал Андрей, это ужасно. А-а-а. Ты обязана принять предложение, пока пожить у нас. Здравствуйте. С приездом, Танюш. Ну, какая ты красавица. А костюм у тебя какой роскошный. Сразу видно Лондон. Не совсем. Хорошо, вы располагайтесь, скоро Игорь приедет. Я хочу, чтобы мы все вместе сели за стол. Отлично. Ну что, Танюш, давай я тебе покажу твои новые апартаменты. Пойдем. Вот, теперь ты здесь будешь летать. Ваша детская. Это что, те самые куклы, которые я тебе дарила? И те самые платья, которые ты шила. Я сейчас. А, кстати, это тебе. Ну, вдруг вдохновение накатит. Спасибо. Не за что. Танюш. Узнаешь? Ты его сохранила? Да, твой первый покрой. Боже, какой кошмар. Ну, чего? Ладно, помогу тебе. Вот так. Да? Давай. Что же ты, Митя, а? Так-то долго у нас не продержишься. Вот и я ему говорю. Характер – это хорошо, но его обуздывать надо. Как ее зовут, ты знаешь? Юлия. Это моя мама. А откуда у тебя фотография? Один дядя дал. Артур Сергеевич? Нет, я к нему не поеду. Ясно. Ладно, маму мы твою подлечили. Теперь ступай в медпункт, тебя немного починим. Пока переведем его в отдельную комнату, а дальше решим. На, держи. Осторожно. Да. И нос ему, Захаровна, вытри. Черт. Откуда фотография? Что за дядя? Танюш, тебе не понравилось? Ну что вы, очень вкусно. Просто нет аппетита. Танюш. С завтрашнего дня лечащий врач разрешил посещение отца.
Надо начинать оформление документов. Ну, мне бы хотелось еще раз поговорить с ним. Да и тем более завтра не получится. У нас уже запланирована встреча. Да, мы завтра едем в гимназию. В какую гимназию? Ту, в которой это Юля Серова работала. Там точно должна быть какая-то информация о ней. Танечка, поверь, на сегодняшний день нет ничего важнее оформления продажи доли. И нечего бояться. Ты формально будешь владелицей. А полномочия по управлению передашь по генеральной доверенности и не будешь знать хлопот. А дам кому? Например, мне. Я же так управляю. Танюш, а попробуй мой пирог. Он тебе точно понравится. Да. Открой ротик. Все, анализы все, которые надо было, я взяла. Да? А вы сами позвоните Артуру Сергеевичу? Ну, что все в порядке? Конечно. Он же меня сюда прислал. Ну да. А про... Не беспокойтесь, про это не скажу. Мальчишки, что с них взять? Ну да. А я уже думала, он узнал о драке как-то. И медиков прислал, чтобы нам здесь всем чертей надавать. А это, оказывается, какая-то экспертиза. И что же ты за мальчик такой особенный, а, Митя? Не отдавайте меня ему, пожалуйста. Объявляю наш праздник открытым. Уважаемые родители, проходите, располагайтесь. А ты помнишь, что все, что я делаю ради тебя? Мне кажется, что 7 лет назад они могли ошибиться. Как? Она же пропала бесследно. Ну, плюс я племяшку этого искал по всем приютам, детдомам. Почему по детдомам? Ну, мне сказали, что она умерла. Ну, приблизительно в год рождения малыша. А ты видел заключение о ее смерти? Зачем? Ну, ты думаешь, они мне врать будут? Значит, я должна увидеть. Хорошо. Подадим официальный запрос. Да, давай. Давай. Только, ну, в таких вещах не ошибаются. Ты не сердись на меня, я просто должна уяснить для себя некоторые вопросы. Она умерла во время родов или ее потом убили? И если ребенок жив, то почему ты его не можешь найти? Танюш, я задавал себе те же самые вопросы. Ну, ты думаешь, я дурак? Тань! Слушай, мне кажется, что она умерла все-таки во время родов, и малыша потом усыновили. А информация о усыновлении разглашается только через суд. Там такая была. Мы можем это сделать? Мы можем все. Зачем? Слушай, мне кажется, у них тут какой-то праздник. Юные леди, что у вас за праздник? Провожаем лето. Дяденька, пожалуйста, дайте денежек на конфетку. Сколько не жалко. Слушай, я пока директора попробую найти, а ты... Ну, тут меня подожди, ладно? Держи. Откуда в элитной школе такие... Попрошайки. Местная демократия. Они здесь учатся? Ну, не настолько демократия. Тань, я думаю, что... Под шефным детдомом была команда привести этих ребят, чтобы, ну, вот эти богатые детишки видели изнанку жизни. По-моему, это жестоко.
По-моему, тоже. Давай, знакомься пока. Привет. Малышка, больно тебе? Я не малыш. Не больно, обидно. Съесть можно, а они разбрасываются. Но. Э, а чего ему два? Это для Даши. Даша нам сама гостинцев привезет. Они богатенькие, на праздник поехали. Денег настреляют. Гриша, попридержи язык. А меч мы не взяли. Ха-ха-ха, морда не вылез. Отдай! А ну перестаньте. Ну куда тебя такого, а? В клетку. Он сам, а ты для Даши. Тетя Варь, а если я пятно нарисую, меня усыновят. Замолчи. В спортивный зал, а ты в комнату. Давайте, кому яблоки? Ну-ка, бери. Бери. Иди сюда, бери. А знаешь что? Пойдем. Пойдем, пойдем. Держи. Так. Это держи. Финиш. Верни то, что взял. Нет. Но ты же мужчина, правильно? Или поспоришь со мной? Угу. Это все мне? Спасибо. На здоровье. Эти деньги им дали на конфеты. Думаете, их конфеты интересуют? Нет. Им же сигареты нужны. А откуда у вас такие познания? Я сам в детском доме вырос. А здесь сейчас что вы делаете? Занимаюсь тем же, чем и вы. Сбором информации. О ком? О Юлии Серовой. Ваш отец поручил. Вы все врете. Потому что мой папа никогда бы не доверил это дело чужому. Это дело семейное. Хорошая у вас реакция. И знаете что? Перестаньте за мной следить, хорошо? Тань, знакомься. Это Нелли Степановна, директор гимназии. Татьяна. Здравствуйте. Добрый день. Так, ну, личного дела Юлии, к сожалению, найти не удалось, но зато мы нашли московскую регистрацию на 2007 год. А почему вы решили, что Юлия Серова умерла? Ну как, она же пропала. Она даже расчет у нас не получила. Ну, зато у нас есть адрес. Ну да, это уже что-то. Поедем туда. А у меня к вам маленькая просьба. Вы бы мне могли дать все контакты родителей деток, с которыми Юля занималась? Да-да, конечно. А ты детям зря деньги дал. Почему? Они все равно на сигареты потратят. Ой, да ладно. Испугала меня. Ты меня тоже. Зачем тебе это все? В смысле? Ну, эти поиски, этот племяшка. Ну, во-первых, меня папа попросил. Во-вторых, я с ним абсолютно согласна. Это часть нашей семьи. А ты не думала, что если ты найдешь часть этой семьи, то все наследство у тебя отберут в его пользу? Да нет. Я не думала об этом. Да папа так не поступит.
И даже если поступит, я сама себе деньги заработаю. Или замуж выйдешь. Скажи, пожалуйста, а ты что знаешь про Юлю Серову? Что я могу знать о девахе, которая отбила у меня жениха? Витя Бойко, друг Димы. Он может знать. Мобильного я его не нашла, но, возможно, сохранился домашний номер. Так. Витя дом. Включи громкую связь. Мне тоже интересно. Я слушаю. Здравствуйте. А Витя дома? А кто его спрашивает? Это Таня. Таня Шалимова, сестра Димы. Простите, я не знаю, как к вам обращаться. Я мама Вити. Что вам нужно от него? Ну, хотелось бы встретиться. Это возможно? Витя сидит в колонии из-за вашей чертовой семейки. Это кто? Это мама Вити Бойко. А, ну тогда понятно. Что понятно? Ну, для мам их дети всегда невинны. Так, ладно, поехали. Давай, давай, давай! О, да-да-да-да-да. Давно это было. Снимала она у меня угол, это я помню. Регистрировала я ее даже. Ну, а потом, считай, сбежала. А куда и зачем? Ну, с парнем у нее что-то там не срослось. Ой, они так ругались, знаете. Он как раз приезжал в тот день, когда она уезжала. Вот этот? Точно, да-да-да, точно этот. А почему ругались, знаете? Из-за чего молодые ругаются. Он ей, значит, говорит, я тебя люблю, а она ему, значит, а я тебя нет. И, кстати, в то время уже была брюхатая. Такие вот дела. Ну и уехала. А куда? А, она была, кажется, из какой-то деревни. Да, точно. 4 часа автобусом ехать. А название? Не помню. Тетка Мария, вот, тетка Мария. К тетке Марии, вернее. Вы знаете, она как раз тетка Марии приезжала. Вот, один раз. Наверное, она к ней уехала. Другой родни нету. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это все? Да. Вы нам очень помогли. Спасибо. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой, сама садик я садила, сама сеяла. Спасибо за яблоко, Митька. Ты здесь один можешь жить? Тебя точно задразнят. Нет, я тут не буду жить. Нельзя. Почему? Дядька, который хочет меня забрать, он плохой. Бандит? Да. Он меня опять украдет. Не сочиняй, Митька. Кому надо тебя опять украдать? Ну же, я лучше в лесу буду жить, чем с ним. А ты, Дашка, меня не выдавай. Класс! Твоя собственная мобилка! Дай, нельзя! Это его подарок. Охранников сейчас больше стало. Так что ты не волнуйся. За себя и не думаю. Кому суждено утонуть, тот не будет повешен. Пап, ну ты... Не дрейф, прорвемся. Димкины слова. Ты-то сама как? Я хорошо. Живу в Гладышевых. О. Мне нравится. А это знаешь что? Это костюм, в котором ты будешь гулять на моей свадьбе. Я сама тебе пошью.
что и жених есть. Ну, Андрей, он хороший, достойный. На меня другие не работают. Вот не скажи. Этот вот Степан достал меня невозможно. От него никак не избавишься. Да что ты? Ты прости, но он дурачина какой-то. Знаешь, лучше дурак деятельный, чем злопамятный. Он мне рассказывал про какого-то твоего врага, который ищет какую-то папку. И почему-то у меня. Почему один? По нужде ребята отлучились. А там кто? Там дочка. Возвращайтесь скорее. Это папка, как приз в игре. Кто первый найдет, тот и победил. Папа, как приз. В какой игре? Ты... Ты подожди, не перебивай. Концы искать надо. Там, куда Юля уехала. Потом Димка ездил туда. Ты хочешь сказать, что Димка умер из-за какой-то папки? Пап, ездил. Папочка, тебе перед плохо? Как... Врача! Скорее врача! Так, все вон отсюда, быстро! Все ушли! Пап, ну, убеди ее поехать к нам. Я никуда не поеду. Танюш. Пока вы мне не объясните, что это за недруг у папы. История достаточно типичная. Два приятеля нашли удачный способ разбогатеть. Один оказался более талантливым и, так сказать, удачливым, а второй – злопамятным и мстительным. И кто из них вы? А, ну, я вообще третий. Потому что мой принцип, когда двое дерутся, третий – не мешай. Тем более у меня всего 25%. А что это за папка со львами? Единственная защита твоего отца, да и всех нас, от недруга. Компромат? Да. Спасибо, пап. Есть смысл продолжать разговор. И все-таки я на твоем месте бы хорошенько подумал, Игорек. Ведь я предлагаю взаимовыгодный обмен для всех. Отдать тебе за просто так все акции. И в чем выгода? Если не перестанешь доставать шалы, тебя утопит на раз, сам знаешь. Но мне есть что ему предложить. И еще раз повторюсь. Обмен будет крайне взаимовыгодным. Почему же ты его до сих пор не предлагал? Раньше Юрий Юрьевич не пытался слить свой бизнес через подставные продажи. А вот теперь самое время.
настоятельно рекомендую найти его до того, как мои люди приедут к вам. Иначе пеняйте на себя. Что вы стоите? Ищите, где хотите. Иначе нам всех поднимайте. И надо искать. Я не хочу слышать. Слышите, слово пропало. Я не хочу слышать. Господи, что же теперь будет? Ищите его всю ночь. Сколько надо, столько и ищите. Чтобы утром ребенок был у меня здесь, в кабинете. Все делается. Бригада уже выехала. Значит, плохо делается. Как семилетний ребенок может вас водить за нос? Куда он мог деться? Скорее всего, в лес. Это все и осложняет. А на кой ему был телефон куплен? Телефон не отслеживается. Наверное, он выключен. Вот, держи, Артур. Что это? Результаты ДНК. Все, как и в прошлый раз. 99,9% совпадает. Значит, Алик, я тебе напомню, ты хоть мне и брат, но всего лишь двоюродный. Найдите мне его! Лягушка, а можно я с тобой переночую? А то мне одному страшно.